Прием-прием, друзья, на связи Шедимен, добро пожаловать в новый видеоролик, и с нами, как всегда, на связи Леди Леска. Всем привет! И Нубик Кубик. Привет, друзья! Сегодня мы будем строить дом, либо же настоящую секретную базу под водой. Как всегда, мы сегодня поделимся на две команды, я буду один против Лески и Нубика Кубика. Мы полностью заглушим микрофон, вернее заглушим, мы не будем друг друга слышать, а минут через 10-15 мы построимся и сходим друг к другу в гости и увидим, что вообще у нас сегодня получится. Ну а так как сегодня у нас, так скажем, морская подводная тематика, я задам тебе вопрос по Майнкрафту. Сможешь ли ты назвать всех мобов, которые живут под водой в Майнкрафте? Попробуй перечислить всех в комментариях под этим роликом и ставь лайк под этим видео, если сегодня поддерживаешь, как всегда, меня в моей подводной постройке. Да, говорите, говорите. А тогда ты пишите в комментарии что-нибудь, если пишите за нас с Леской. Комментарии. Ну хорошо, друзья. Мы тоже хотим лайки, подписочки, все, мы отключаемся. Все, давайте, ребят, я сейчас заглушусь. Давай, я буду строиться там, вы строите здесь. Все, 3, 2, 1. Все, пока-пока, да, друзья, обязательно также не забывайте нажимать на красную кнопку подписаться, делайте то же самое на канале Лески и Нубика, но мы с тобой сегодня будем строить подводную базу вот в этом месте. Я уже немножечко подготовил территорию, она у меня вот такая вот, так скажем, квадратная получилась, и я думал, как же мне построить эту подводную базу, ведь можно сделать несколько вариантов, например, дом в какой-то скале. Либо же постройка под водой, либо же какая-то яма, либо еще что-либо. Я решил то, что буду строить настоящий, так скажем, тоннель. Тоннель, комнатку прям-таки под водой. Давай сначала с тобой наметим территорию, я хочу, чтобы она была ровной. И я хочу прямо сделать вот такое красивое окошечко, друзья. Так, и только, по-моему, я уже слишком много взял. Да, давайте сделаем его поменьше, а внутри комнату сделаем просто побольше. Надеюсь, то, что у нас все влезет. На самом деле, можно было бы даже глубину сделать. Так, спруты, пожалуйста, не мешайтесь. Кстати, друзья, вот и подсказка, одни из подводных обитателей в Майнкрафте. Надеюсь, то, что... Так, кстати, тут низко... Так, что ж такое-то, друзья? Давайте, знаете что? Мне все-таки такая глубина не устраивает. Я, наверное, сразу, наверное, даже на 2 сейчас блока... Да, на 2 блока именно вниз сейчас сделаю поглубже. Так, вот таким образом сделаем. Так, а здесь мы засыпем вот такой песочек, а здесь сделаем до конца каменную стену. Вот здесь. И что-то мне вот здесь не нравится, вот это углубление. Давайте его тоже уберем и поставим вот сюда. Так, поставилось? Да, все поставилось. Все, друзья, так будет намного лучше, я надеюсь. Так, и вот это все можно убрать. Все, давайте приступать, ладно, это потом. Итак, поехали. 1, 2, 3, 4, 5. Единичка, 1, 2, 3, 4, 5. Единичка, 1, 2, 3, 4. Так, 5, единица. 1, 2, 3, 4, 5. Единица. Все, друзья, у нас есть вот такой вот прикольненький вход. Я его буду делать, наверное, еще более круглым. Только, к сожалению, видимо, у меня не совсем получится это сделать. Да, к сожалению, это не убрать. Так что давайте тогда пока что без этого обойдемся. Так, а теперь берем и делаем в этом месте просто-напросто подводную комнату. Давайте начнем ломать вон оттуда. И прям-таки вот в этот угол. Вон туда. Сейчас плюс-минус схематично разметим территорию. Я думаю, то, что вот такого размера будет уже достаточно. Ай-яй-яй, на меня песок! Нет, друзья, у меня все сломалось. Такое палево какое-то получилось. Ладно, не беда, друзья, не беда. За 3 секунды мы с вами сейчас все это дело починим. Давайте сейчас мы это уберем. Сначала постелим землю. Постелим. Так, а потом насыпем немножечко песочка. Давайте прям песочек вот до сюда сделаем. И все, друзья, никто ничего... Не заметил. А что произошло? А что произошло? Я ж поверх клал. Почему у меня... Так, ладно, я, видимо, сам что-то налажал как-то сильно. Бывает, друзья, бывает иногда. Еще раз дубль 2. Так, друзья, я даже дом не могу сегодня начать строить. Я вообще не понимаю, что сегодня за меня скамит по-жесткому как-то. Вот, все, друзья, наконец-то получилось. Все. Так, а вот этот весь песок, посмотрите, сколько его здесь накопилось. Я бы никогда в жизни не подумал, то, что столько песка может быть просто на берегу. Я его, правда, сам еще сейчас понаставил и тому подобное. Так, а вода... Угу. Ну, в принципе, это мне только на руку, если вода будет вот таким образом выглядеть. Итак, друзья, у нас есть вот такой вход. Давайте сразу все заколотим стеклом. Так, стекло, пожалуйста. И поставим его... Я хочу именно, чтобы вот эти уголки, они зацепились, получается. Были именно вот таким образом. Так, стоять. Так, давайте тогда уж...
пропишем команду, чтобы все работало. Все вот таким образом. И нужно будет посмотреть, как это все выглядит внешне. Да и вообще, не мешало бы. Слушайте, а может быть нам лучше стекло поставить прямо на кварц или вот так пойдет? Мне кажется, так пойдет. Мне кажется, так достаточно неплохо. Сейчас только самое главное сделать это все максимально красиво. Давайте все-таки вот эту полость сделаем тоже из кварца. Друзья, вот эту рамку сделаем белой. Здесь мы тоже сделаем ее белой. Так, только... Опа! Надеюсь, успел. Да, друзья, смотрите, успел. Просто жестко. Так, и здесь тоже белое все. И, так, отсюда, от камня мы тоже вниз все это дело опускаем. Сейчас, друзья, это все быстро закончится, потому что эти начальные приготовления, когда что-то где-то осыпается и так далее, это самое-самое, так скажем, нервозное, можно сказать. Все, я думаю, то, что можно приступать делать потолок. Из какого материала только делать? А почему бы нам и из кварца и не сделал? Кстати, у меня получилось, о, вернее, появилась крутая идея. Почему бы нам не сделать все здесь из кварца? Полностью вот эту территорию. А пол мы с вами сделаем из досок акации. Только я айдишник, конечно, не помню, но сейчас мы с вами это по-быстрому подберем. Вот, друзья, смотрите. Слушайте, как вам такое сочетание? Мне кажется, достаточно неплохо. Только, так, давайте сразу закончим строительство этой комнаты. Здесь тоже сразу сделаем вот такую стену. Друзья, посмотрите уже, что получается. И я думаю, я сразу немножечко все это дело закруглю, потому что так оставлять не хочется. Хочется, чтобы как-то немножечко плюс-минус было такое круглое, как-никак. У меня почему-то все подводное ассоциируется с тем, что оно должно быть каким-то закругленным, например, и так далее. Вот, надеюсь, что это будет выглядеть намного лучше. Вот, друзья, смотрите. Вот это я понимаю. Теперь, когда у нас есть с вами основная комната, я бы сделал еще две комнаты. Это спальня и кухня. Давайте попытаемся сделать их симметрично. И будем, наверное, даже без дверей находиться. Мне кажется, без дверей будет намного круче. Раз. Так, снимаем 4. 5. 5 слоев снимаем. И здесь также. 2. 3. 4. 5. Теперь. Раз, два, три. Раз, два, три. И здесь... И здесь ломаем. Так, и здесь получается с той стороны точно так же. Вот так. Раз, два, три. Здесь ломаем. Отсюда мы с вами соединяем в эту сторону. Так. Раз, два, три. И прямо получается вот в это место. Так, слушайте, на самом деле я что-то тут считаю, но я уже забыл, что хотел вообще делать. Так, все, по-моему, получилось ровно. Давайте попытаемся еще раз все это дело повторить. Так, правда, мне, по-моему, надо начинать вот отсюда. Затем сделать вот так. И у нас все получилось. Все, отлично. 3 на 3, все круто, классно, офигенно. Вот такие комнатки. Здесь мы с вами тоже сделаем все из кварца. Это не проблема. На самом деле, самое долгое, или, наверное, самое такое однообразное, это строительство помещений. Мы с вами сейчас эти помещения построим. Здесь в конце постелим пол, также из акации. И еще я хочу сделать на своей базе маленький секрет. Так скажем, на каждой базе должен быть какой-то проход, который... должен работать в случае каких-то экстренных ситуаций. Я хочу себе сделать такой проход. Он будет находиться где-то вот здесь посередине. Только его нужно будет, наверное, чем-нибудь закрыть. Наверное, я буду использовать просто фейковые блоки. Вот. Так, друзья. И у нас получается вот что. Смотрите. Мы с вами идем вот сюда. Поворачиваем. Здесь одна комната. Здесь другая. Интерьером будем заниматься уже в конце. Что по поводу закругления стен в этом месте? Я думаю, то, что можно обойтись и без этого. Хотя, знаете, а почему бы нам не сделать... Я сейчас что-то подумал. А почему бы нам не сделать какие-то вот такие двери? И вот так еще. Посмотрите, как это... Слушайте, это намного круче выглядит, на самом деле, чем я даже думал. Так, давайте тоже здесь это дело повторим. Так, как я это сделал? Стоп, по-моему, вот так. Да, вот так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Так... Как же это просто бомбически все выглядит. Отлично, друзья. А здесь будет у нас, получается, просто обычный вход. Так, комнату мы тоже попытаемся сделать с вами симметричную. Получается, три блока сюда. Раз, два, три блока сюда. Немножечко в ту сторону. И вот таким образом. Готово. Все. И здесь будет один такой небольшой нюансик. Вот, надеюсь, то, что моя вся эта установка здесь сработает. Давайте проверим. Раз, два, три. Раз, два, три, да. Вроде как работает, и она даже получается максимально симметричной. Так что я не могу этим не быть довольным. Так что все в порядке, пока что все идет по плану. Так, давайте тоже сделаем 155 повсюду.
и пойдем заниматься интерьером. Ну а на закусочку в самом конце я тебе покажу, что я хочу здесь вообще сделать. Итак, давайте сразу используем фейковые блоки. Наверное, тоже будем андезит использовать, либо что-то еще. Так, давайте посмотрим, какие у меня вообще фейковые блоки здесь есть. Либо доски, либо... Мне кажется, то, что андезит будет прям очень хорошо смотреться. Давайте сделаем что-то вроде рисунка вот такого, который будет подниматься куда-то к стене. Вот, я не знаю, что он обозначает, но что-то обозначает. Во, смайлик. Какой-то смайлик. Не, давайте вот так. Во, какая-то стрелка непонятная, например. Пускай будет вот каким-то вот таким образом это выглядеть. На самом деле здесь у нас будет тайный проход. Итак, ладно, это все круто. Погнали делать теперь комнаты, спальни и все остальное. Во-первых, кровать. Кровати у меня очень много. Я хочу использовать кровать какую-нибудь крутую здесь, навороченную. Так, база подводная, значит, я хочу использовать кровать тоже синего цвета. Давайте ее поставим вот здесь. Затем, мне нужен обязательно компьютерный стол, синяя лампа, и я думаю то, что нужно поставить какой-нибудь мощнецкий игровой ноутбук. Например, прям таки вот такой. И здесь налепить вот таким образом и сделать синее офисное кресло. Тоже под цвет воды. Отлично, по-моему, неплохо получается. Так, а здесь, а здесь, а здесь. Кстати, по поводу туалета я чуть даже и не думал. Можно... А может быть и не надо туалет. Ладно, что-нибудь придумаем с этим тоже. Так, пока что не буду его делать. А, и да, конечно, нужно шкаф для одежды поставить. Давайте его тоже поставим сюда. Вот таким образом. И думаю то, что можно также еще добавить немножечко зелени. Вот таким образом и вот таким. Все, и немножечко ковра. Ковер можно вообще ставить бирюзовый, чтобы он был таким ярким и тоже крутецким. Все, погнали делать кухню. Когда мы зайдем на кухню, нам нужно обязательно, получается, с собой взять что? Вытяжку, конфорки, кран, раковина, духовка. Так, что еще? Немножечко полок, например, вот такую, наверху полки, шкафы и тому подобное. И давайте ставить. Так, это сюда, это сюда, это сюда. Так, кран ставим вот сюда, вытяжку в это место повыше. И полки можно лепить каким-то вот таким образом. Например, вот так, еще один шкаф и в углу холодильник. Вот сюда, все, друзья, готово. Теперь можно сделать стол, на котором можно будет, само собой, покушать. Давайте тоже его синего цвета сделаем, вот такого темно-синего. И поставим его куда-нибудь вот сюда. Пускай стоит в углу. Правда, кухня достаточно маленькая получается, но я думаю, то, что ничего страшного. Так, и кресло. Вот кресло я хочу поставить вообще мягкие какие-нибудь. Пускай они стоят вот здесь. Все, две штучки, наверное, хватит. И здесь можно телек повесить. Телек можно сделать прям-таки навесной. Например, вот такой. Нет, вот сюда. Вот так будет намного круче. И постелить ковер. Ковер я буду использовать, наверное, такой же, как и в спальне. Опа, вот так, друзья, и немножечко зелени. Давайте ее сейчас возьмем и постелим вот сюда. И... Так, нет, давайте все-таки телек поставим вот сюда, чтобы зелень повесить вот сюда. Все, друзья, отлично, смотрите, получается как-то так. Можно, кстати, зелени также добавить еще и в главном зале. Почему бы и нет? Почему бы и нет? И теперь самая главная фишка, которую я хочу сделать. Смотрите, когда мы... Кстати, давайте еще тоже ковер, наверное, здесь тоже постелим, чтобы как-то покрасочный, что ли, был. Да и вообще потом цветов можно насажать. Кстати, давайте сразу насажаем всяких цветов. Например, прям-таки вот так. Почему бы и нет, друзья? Почему бы и нет? Чем больше цветов, как говорится, тем более, наверное, красочный, веселее будет. Можно, кстати, их тоже. Давайте вот цветы уже, наверное, все прям-таки разного цвета посадим, чтобы внутри базы было как-то повеселее. Вот сюда, здесь можно посадить, сюда можно посадить, и снизу здесь, и снизу здесь. А также, я вот думаю, постелить ли мне здесь вот такие вот лианы. Для того, чтобы эти лианы полностью загородили проход, но я думаю, то, что, наверное, все-таки не надо. Я думаю, то, что немного лишним будет и немножечко вид испортит. Вот, можно, наверное, максимум что сделать... Как-нибудь вот здесь их повесить, во, чтобы как-то такая зелень, что ли, была, да и вот здесь по краям. Отлично. Все, друзья, погнали секретную штуковину делать. Смотрите, мы с вами берем диспенсеры. Я думаю, то, что, возможно, кто-то из вас уже догадался, что я хочу сделать. Сделаем вот так, сюда и вот сюда.
Расставим их вот таким образом. Отверстием получается прямо, чтобы на меня смотрело. Отлично. И отлично. Все. Здесь уберем. Здесь, я думаю, оставим камень. Ничего страшного. Зальем воды повсюду. Да, все правильно. Зальем воды вот здесь. И нам теперь нужно везде распихать динамит прямо в каждый этот диспенсер. И сейчас, само собой, нужно будет обязательно сделать, так скажем, точку, откуда мы с вами будем вылетать, когда вся эта система будет срабатывать. Так, убираем. Ой, так, это ставим, это ставим. Так, это туда, это туда, это туда. Все, отлично. Теперь все это дело соединяем редстоун пылью. Где она у меня? Вот она здесь у меня. Соединяем. Отлично. Так, вот таким образом. И можно, короче, кнопку вывести прям вон туда. Все, надеюсь, что это работает. Давайте только сначала с вами сделаем, выкопаем, так скажем, нашу площадку вертолетную. Мне кажется, это вертолетное то, что надо для названия. Так, вот сюда, здесь. И получается, по диагонали нужно сломать еще вот в этом месте. Вот, отлично. Вылетаешь и прям головой в дерево, короче, взлетаешь, получается, как-то так. Вот, друзья, я думаю, то, что вот так пойдет. Я прям не знаю, куда там потом приземляться, вернее, но надеюсь, сработает. Так, давайте проверим. Так, друзья. Полетели! А нет, смотрите, друзья, расстояние на самом деле очень много, но... Нет, немножечко недолет. Слушайте, давайте... Давайте просто воды немножечко добавим. Ой, да-да-да, вернее, песка сломаем, воды немножечко добавим. Мне кажется, получится то, что надо. Все, друзья, вот такая у меня база, в общем, сегодня получилась. Входить, кстати, тоже можно оттуда же. Вот, через эти джунгли выходить тоже оттуда. И у нас получается вот такая база. Сейчас мы ее покажем Леске и Нубику. И заодно сами посмотрим, что получилось у них. Поехали! Лечу-лечу. Так, что у вас там получилось? Кто это там летит? Это я лечу, давайте выходите, показывайте, что у вас тут получилось. Где вход, где еще что-то? Нобик, встречай. Так, иду. Так, вот такой иду, значит, я себе домой на подводную базу. Такой подхожу вот сюда. И здесь у меня... Там шедечка. Так, заходим. Давай, заходи. О, слушайте, нифига у вас тут синего цвета, как много прямо. Че, как тебе тема морская, тематика во всем? Круто, слушайте, у вас прям какой-то... Какой-то рыбный магазин, что ли, тут получается? Это Нубик тут поехал в гипермаркет, накупил рыбы тут, короче, сейчас жарить будет. Ничего себе. Так, слушайте, мне первое, что бросилось в глаза, это вон то окно какое-то непонятное. Понравилось? Что это за окно там? Так, сейчас посмотрим. Так, а что? Это вообще. А, это. Так, погодите, а лежа, да, туда заходить получается? Да, друзья, смотрите, лежа просто захожу. Так. Вот, допустим, у нас остались гости с ночевкой, мне где спать, а тут есть комнатка, можно так, оп, и переночевать. Прикольно, изолированная комната. Да, 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 да. Так, а вы где будете спать тогда? А вот смотри, вот идем. Это наша спальня личная. Все продумано. А, вот здесь вот, ничего себе, два компьютера у вас, да, напротив друг друга. Разделено, да, у нас рабочие зоны. У нас разделено диван. Зона дивана. Здесь, короче, о, гостиная зона. Да, да, да. Ничего себе, у вас туалет даже. Нифига прикольно? Себе, тут даже сворачивают что-то, ну нет, слушайте, уютно вообще, капец, как. Вообще прикольно. Да что такое, что не закрывается-то? Так, компактно, вода. Что-то уютно, вода, прям смотри, круто как... получилось. Смотри, смотри, да. Как вода фонтаном. Опа, баловались. Так, слушайте, не, не круто, спасибо. Офигеть. Посмотрим. На самом деле, подожди. О, нифига, реально прям какой-то фонтан получается. Это походу, потому что мы под водой, и давление как-то идет наоборот наверх. Унитазик тоже. А нафига вам вот эти вот крыши все? Зачем вы использовали? Я хотела стилистику морскую показать. О, тут полка зубными щетками. Как будто мы, знаешь, как будто и на корабле, или дома, не знаю, там. Слушайте, унитаз в туалет вообще прикольно сделан. Зачет, да? Потом, вот так вот, в принципе, что еще? Ну и кухня, собственно говоря, тоже все бело-голубое. Круто. А? Вот эта комната, да, все сделала, зарешала? Ну, у вас тут много чего, у вас тут и снежинки там, и туалеты всякие, и тому подобное, прям вообще много, короче, еще интересного. Так, давайте теперь внешне еще раз посмотрим, что получилось, как она смотрится. Внешне это кубус, это у вас, получается, реально кубус какой-то получился, прям с этой стороны. Слушай, ну, прикольно, друзья, как вы думаете, оцените от 1 до 10 базу Лески и Нубика Кубика? Вот, мы тогда прямо сейчас сразу, я думаю, давайте полетели, переносимся ко мне. Погнали. Идемте. Где там, где вот, там, значит, там? Моя база. Внешне, давайте сразу, внешне она так. В скале находится. Это очень красиво. Ничего себе, кстати. То есть вот она. Снизу под водой не очень видно, но сверху видно намного лучше. Давайте подплывем к стеклу, и там видно, короче, прямо такие проходы. Вход находится вот здесь. Это очень красиво. Мы вот так спускаемся. Опа, спустились. И заходим вовнутрь.
Так, смотрите, только там закрывать, чтобы рыбёшка всякая не налетела. Так, да, заходим, да, друзья, и мы появляемся, реально говорю. Секретная база. Смотрите. Друзья, это на самом деле, вы этого тоже не видели. Короче, Леска и Нубик настолько долго строили, то что пока был перерыв, я тут и вот эти камешки положил, и цветов побольше добавил, и много-много-много чего интересного еще в интерьере именно сделал. У тебя вообще как будто, знаешь, вот реально природное какое-то прям. Мне прям вот эти цветы очень крутые. Смотрите, заходим налево, здесь моя комната. Очень красиво, да. Так да. У тебя тоже, смотри, голубая тематика, тоже все-таки тема морская, да? Да, я и говорил то, что синий цвет. Что, я спать уже спокойно? Да, все, я, а что, база комфортная, уютная. Я специально говорил то, что вот я буду использовать синий цвет, потому что он именно подводный, такой подводный. Он очень красиво, да. Здесь кухня. Слушай, да, классно вообще. Да. И здесь есть один такой прикол. Когда вы заходили, вы что-то вам такое странное как-то в глаза бросилось еще или еще. Или не то, что в глаза. Когда вы заходили на базу, так, что есть такое, что как бы от чего сразу вопрос появляется? Вход под землей, то что? Нет. Ой, я куда-то непонятное зашел. Не-не, Нубик, иди сюда, подожди пока, не заходи. Нубик, короче, как всегда, уже все спалил, ну ладно, ничего страшного. Слушай, ну я бы не заметила, если какая-то секреточка. Нет, не секреточка. Я, короче, хотел к этому подвести, но Нубик, как всегда, все испортил. Я хотел сказать то, что когда вы заходите, там не было лестниц, то есть оттуда вы зашли, выйти нельзя. Потому что выход находится как раз-таки за вот этой тайной комнатой. И выходить отсюда надо именно по нажатию кнопки. Нубик, подожди. То есть ты... Опа, вылетаешь и сразу в воду. Смотрите только в ту же сторону, куда я смотрел. И вы сразу приземляетесь в воду. Так, ну-ка, я посмотрю, как... Ну-ка, Нубик пошел. О, что случилось? Нубик, а ты где? А, все нормально? Так, Леска, в другую сторону смотри. Вон туда, вон туда, вон туда. В сторону... Да, правильно. Вперед, 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 Леска, давай, 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 долетишь. Нет, не долетел, но это Леска, это ничего страшного. И я можно, короче, бесконечно заходить через люк и выходить прямо оттуда. И вот постоянно вот так заходить, выходить. Вот это у тебя инженерная заморозка. Это в случае того, если какая-то, не знаю, экстренная ситуация, потоп начинается, да? Запускаешь динамит, правда, если вода затечет, ничего не получится. Где у тебя? Да. Слушай, а у тебя туда не нападают всякие животные, птички там? Но если даже нападают, то ничего страшного. Они не помешают механизму, а когда я буду механизм запускать, они просто бомбанутся. Ух ты ж, ничего себе, нормально подлетает. Да, подлетаю очень круто. Вот такая база, друзья. Мы сегодня построили, чуть как бахает громко, настоящие тайные подводные базы. Пишите в комментариях, чья база вам понравилась больше всего. Оценивайте мою базу от 1 до 10. Ну, на связи был Шадимен. Всем удачи, хорошего настроения, не болейте. Увидимся, услышимся в следующем ролике. Всем пока-пока. Пока-пока, друзья. Всем пока-пока.